Что там на завтра по урокам? Ух ты, малышка Лол! И как она здесь оказалась? Подготовим ее к учебному году. Для первой идеи нам понадобится ручка. Разбираем корпус и вынимаем стержень с пастой. Обрезаем. Аккуратнее, не измажься чернилами. Вставляем в стержень декоративное перышко. Оборачиваем цветной бумагой. Мини-ручка для Лол готова. Нежная, гламурная. Она как будто создана для маленьких кукольных ручек. Малышка будет просто в восторге от своей новой канцелярии для школы. Не терпится узнать, что будет дальше. Берем лего-деталь и проволоку. Плоскогубцами загибаем проволоку по форме заячьих ушек. На каплю термоклея крепим между ушками кусочек проволоки. От тонкого кончика пипетки отрезаем два кусочка. Крепим их на лего-пластину. Закрепляем проволоку, вставляем концы в пластиковые трубочки. Получилась удобная подставка для кукольных учебников. А когда подставка не используется, ее можно легко собрать. Вау, учить уроки с Лол? Да это же просто мечта! Кстати, какой тебе на завтра параграф? Для следующей идеи понадобится блокнот, вернее его часть. Отрезаем прямоугольный кусочек. Получается тетрадка для Лол. Самое главное ее раскрасить. Ты ведь тоже выбираешь тетрадь по обложке? Зеленой краской рисуем полоску. Продолжая арбузную тему, добавим белого и красного. Рисуем личико и арбузные семечки. Вот это да! Хочется самой превратиться в куколку, чтобы для тебя делали такие модные ми-ми-ми вещицы. Правда? Как? Твоя куколка Лол все еще босая? Пора утепляться. Нам понадобится пара бегающих глазок. Канцелярским ножом делаем надрез посередине, вынимаем черный зрачок, надеваем на ножки Лол. Покрываем белой акриловой краской. Тонким маркером рисуем шнурки. Украшаем подошву блестящей тесенкой. Вот это кеды! Подружки просто обзавидуются. Лучше сделать сразу несколько пар, чтобы никто из куколок не обижался. Выпила колу? Расскажем, что можно сделать из банки. Канцелярским ножом вырезаем прямоугольник. Сгибаем края. С тонкого кусочка жести под острым углом срезаем кончик. Наносим полоски и вставляем его в заготовку. Украшаем ручку термоклеем. Раскрашиваем. Загляни в свой пенал, один в один, как настоящий. Смотри, даже лезвие выдвигается. Для этого лайфхака берем пустой блистер от таблеток. Открываем защитную фольгу. Разрезаем пополам. Складываем и скрепляем кнопкой. Черным маркером рисуем кавайное личико. Что это? Супер Лол пенал. В эту серебристую капсулу куколка сложит все свои школьные принадлежности. Стильный аксессуар для маленькой модницы. Наверняка у тебя найдется пластиковый колпачок и канцелярский нож. Часть колпачка отрезаем. Обклеиваем зеленой бумагой. Украшаем темно-зелеными полосками по кругу. Маркером рисуем милое личико. Помещаем внутрь кусочек красного слайма. Ух ты, это же арбузный мини-слайм! Поиграешь с ним, малышка? С игрушкой-лизуном в забавном контейнере скучать на переменах точно не придется. Обычные карандаши слишком велики для тебя, Лол. Ничего, у нас есть лайфхак специально для такого случая. Берем цветные карандаши и канцелярский нож, стачиваем карандаш до самого стержня. Теперь возьмем малярный скотч и оборачиваем им стержень. Острый кончик оставляем снаружи. То же самое проделываем и с остальными карандашами. Красим скотч в цвет карандаша. Используем фломастеры. Эти карандашики такие малютки. Теперь куколка Лол воплотит на бумаге все свои творческие замыслы.
Как здорово! Малышка, твой письменный стол больше не пустует. Осталась старая обложка от скоросшивателя. Следующая идея как раз для нее. Из прозрачной цветной части папки вырезаем по квадрату, подгибаем край, приклеиваем прозрачный квадрат, берем проволоку и кусочек бумаги, крепим к папке вместо скоросшивателя. Папка для файлов готова. Ну как же сами файлы? Их мы вырежем из обычного пакета. Вырезаем квадратик, заклеиваем край скотчем, прокалываем шилом отверстие. Файлик готов. Вставляем файлы, важные кавайные документы. Все бумаги в порядке и всегда под рукой. Что можно сделать из старого пакета? Сейчас увидишь. Отрезаем небольшой квадратик. Канцелярским ножом вырезаем прямоугольное отверстие. Заклеиваем скотчем края. Из пачки влажных салфеток достаем одну. Режем на маленькие прямоугольники. Складываем в пакетик. Заклеиваем край и крепим клапан из декоративного скотча. Для юной леди влажные салфетки – это просто must-have. Будь уверена, куколка скажет тебе спасибо. А для этого лайфхака понадобятся канцелярские кнопки и плотная бумага-самоклейка. Отрезаем тонкую полоску самоклейки. Соединяем кнопки иголками друг к другу. Обматываем самоклейкой. Гантельки для физкультуры готовы. Кстати, из кнопок с полосками-шляпками тоже выйдет отменный спорт-инвентарь. Продолжаем спортивную тему. Со старой ручки снимаем силиконовый декор. Аккуратно, смотри, не порви. Разрезаем резиновую ленту вдоль. Крепим по краям мини-помпоны. Получились эластичные фитнес-ленты. Начинаем урок физкультуры. Девочки, строимся. Для этой идеи берем стикеры. Карандашом рисуем в углу сердечки. Вырезаем. Кстати, форма может быть любой. Даже самый трендовый, к примеру, бриллиант. Или с помощью краски можно сделать ломтик лимона или лайма. Уверена, твоя фантазия подскажет, что выбрать. И пусть твоя куколка станет самой модной ученицей в классе. Куколка просто обожает Кока-Колу, но такая большая банка ей явно не по зубам. Для этого лайфхака нам понадобится пластиковая пипетка. Отрезаем кусочек. Приклеиваем этикетку Кока-Колы. Берем кусочек фольги. Вырезаем круги по размеру. Приклеиваем донышки. А из ватной палочки получится прекрасная трубочка. Вставляем трубочку в банку. Ну что, подружки, время освежиться. Как насчет баночки холодной колы? Куколки-очаровашки никак не справятся с простым карандашом обычного размера. Вот тебе идейка, как сделать его мини-версию. Нам понадобится пилюля в пластиковой капсуле. Избавляемся от содержимого. В одну из половинок прокалываем отверстие шилом. Стачиваем и вынимаем карандашный грифель. Вставляем грифель в отверстие. Соединяем половинки капсулы. Готово! Да уж, куколка, от уроков ты теперь точно не отвертишься. А для этого лол-хака возьмем небольшой контейнер с крышкой. Наливаем в него воду. Окрашиваем синей краской. Добавляем блесточек. У всех девчонок они есть, правда? Хорошо перемешиваем и закручиваем крышку. Красота! Конец проволоки загибаем плоскогубцами, отрезаем небольшой кусочек. Горячим пистолетом крепим его к крышечке. Чуть выше краника крепим кусочек пластика, открывать и закрывать водичку. Берем 4 коротких палочки, крепим их к крышке на термоклей. Как думаешь, что это? Ну конечно, это кулер для школьного класса лол. Мучает жажда? Больше не нужно бежать в магазин. Теперь у куколок всегда есть доступ к чистой прохладной водичке.
Понравились наши лайфхаки для кукол Лол? Какую из этих мини-идей ты воплотишь в ее школьную жизнь уже сегодня? Напиши об этом в своем комментарии. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы смотреть еще больше роликов про любимых малышек Лол от Трум-Трум Селект.